И сегодня же мажилисмены приняли закон о масс-медиа. Этот документ будет теперь регламентировать профессиональную деятельность журналистов. Вот, например, вводится срок исковой давности материалов СМИ. Теперь в случае нарушения прав претензии можно будет предъявить только к материалам, опубликованным не более чем год назад. И кроме того, вводятся понятия «особый статус журналиста» и «упрощенный порядок аккредитации». Вместе с тем исключается требование об обязательном наличии пресс-карт. На ТВ и радио станет больше казахоязычного и отечественного контента. А все сетевые издания и информационные агентства объединят в единое понятие «интернет-издание».